сорт острого перца Fatale Brown. Переводится как Fatale коричневый. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Довольно острый перец. Острота вот такого перчика от 200 до 500 тысяч по шкале Сковеля. 500 000 сковелей. Довольно острый. Созревает он от зеленого цвета, вот от такого, и до шоколадного коричневого цвета. Высота кустика может достигать в пределах 60-80 сантиметров. Его хорошо выращивать на подоконнике. Высота будет где-то в пределах 50 сантиметров. Вкус вот такого перца насыщенно фруктовый, с небольшой пряной ноткой. Срок созревания этого перца от 85 до 100 дней. Очень хороший перец, очень насыщенный, очень плотный. У него плотная кожица, вот такие вот длинные продолговатые стрижки. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Это, можно сказать, средний срок созревания этого перца. Он очень, ребята, высокоурожайный. Посмотрите, сколько на нем перца. Сейчас я вам покажу. Надо такого убрать. Вот, смотрите, сколько висит. Очень большое количество. И он очень, ребята, острый. Вот такой красавец. Так что советую вам выращивать такой перчик у себя дома. Он очень вкусный, неприхотливый. Его очень легко выращивать на подоконнике. Он не такой, к примеру, привередливый, как симподы, либо каролина. Этот сорт всегда будет радовать вас хорошими, большими урожаями. Довольно острых стрижков. Острота зависит от того, в каких условиях вы будете его выращивать. Чем более вольготные условия, тем острота будет ниже. Это у любых перцев. Если будет более экстремальная температура, мало поливов, соответственно, острота этого перца будет довольно высокая. Если вам понравился этот перчик, вы можете приобрести его у нас. Каталоги вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть каталоги перца, семян перца, каталоги семян томатов и наших соусов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.